Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Хендрик Гольциус, нидерландский художник, представитель маньеризма. Я пользуюсь Википедией, данных очень мало, но вот то, что есть. Родился в 1558 году. Написано, что ребенком упал на горящие угли, изуродовал себе правую руку, впоследствии сделал несколько блестящих графических этюдов своей покалеченной руки. Учился витражному искусству у отца, позже у Ламберта Ломбарда. Учился гравировальному мастерству с 1575 года. В 1577 поселился в Харлеме. В 21 год женился на богатой вдове, которая была намного старше его. И это дало художнику экономическую самостоятельность. Тем не менее, в 1590 году сбежал от нее, путешествовал по Германии и Италии, где открыл для себя творчество Рафаэля, но особенно впечатлился работами Микеланджело. Оставил портрет Джамбалони 1591 год. В 1600 году возглавил Харлемскую академию живописи. С того же времени выступил как живописец. И, в общем, хотя начал поздно, оставил ряд замечательных работ. Гораздо более он был известен современникам как виртуозный гравер. Среди прочего, он гравировал картины знаменитого в ту пору мастера Бартоломеуса Шпрангера, Корнелиса Хармельского, ну и других. В числе учеников был Питер де Йодли старший. Хендрик Гольциус умер 1 января 1617 года в городе Харлеме. Ну, пожалуй, все о Хендрике Гольциусе. Данных очень мало. Хендрик Гольциус, нидерландский художник, представитель маньеризма. Смотрим работы. Пока-пока, до свидания.